Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Вот вам бесплатный одноразовый подарок. Ха, ну давайте глянем. Так, 2300 мутагена. Вау, сюрикенов сколько надавали. И Микеланджело, ролевой, достается нам. Так, ребят, давайте зайдем с вами в магазин, откроем опять же бесплатно с вами новые колоды. Так, что-нибудь достанется нам путевое здесь или нет? Ничегошеньки. Хорошо, тогда давайте. Так, ребята, здесь заберем реворд. В магазине еще одна колода у нас осталась. А ну-ка, дай что-нибудь путевое. Так, я вижу, какая-то карточка сзади там корячится. И это Рафаэль ролевой. Блин, не полностью, конечно, нам дали его. Слушайте, довольно много мутагена мы с вами заработали. Я думаю, что есть смысл немножечко прокачать своих персонажей. Так, давайте-ка мы зайдем с вами, так, в предметы, да? И возьмем с вами, да, в принципе, всех и возьмем. Почему бы и нет? Нейтрализатора и также здесь, бибопа. Ну что, за это мы купили. Давайте, наверное, теперь возьмем за доллары. 5 карточек, да, будет 7. И у нас будет Донателло. Эх, жалко, конечно, тратить, ребята, жалко, но ничего не поделаешь. Зато будет Донателло у нас. Так, что здесь такое? Вперед. А, ну понятно, это... Вот они, ребятушки. Конечно же, будем нанимать. Воу, 3 звезды сразу же. Круто, кстати. Очень даже круто, ребят. В общем, моя крутая прелесть, да? Снимает все негативные эффекты со всех союзников. Это круто. Вантусы и драконы. Ага, вантусы и драконы, это стреляет по всем. Так, ну давай. По максималочке, ребята. Ай-яй-яй. Хотя, почему ай-яй-яй? Все нормально у нас. Так, мы его раскачали. Так, давайте теперь возьмем Донателло. Что-то какой-то он дохленький у нас тут. По кругу, да? Слушайте, у меня еще столько нераскачанных персонажей, и на всех у меня вряд ли хватит мутагена, ребят. Так, давайте-ка вот так сделаем. У нас еще есть мутаген, как говорится, в закромах. И мы можем с вами прокачать обилки. А давайте-ка мы сделаем, знаете что? Ну вот это вот не надо, хотя хотелось бы. Это в при... Вот, давайте вот этот быстрый выстрел прокачаем. Нам нужен фонарик. Ну, дайте мне фонарик. Отлично. Так, фонарь есть. И что же еще? Это не то. Угу, 2 шашки. Ладно, давайте с вами зарабатывать их. Одна есть, хорошо. Еще одну сейчас получаем. И, в принципе, все. Ну, дайте. Все, нормально, ребят. Так, давайте ему тогда проапаем обилку. Быстрый выстрел. Вторая ступень. В принципе, нормуль. Так, улучшение. Давайте-ка еще, ребятушки. Так. Ребят, заодно с вами получать будем карты. Да, видите, как стопно заработали. Ай, все, закончилось. Ладно, фиг с ним. Давайте, наверное, вот здесь вот. Ах ты, черт подери. А вот здесь. Ай, ребята, у меня кончились карточки. Я думаю, что ж такое-то. Приключения нас ждут. Серия испытаний, ребята. Смятение из другого измерения. Ай-яй-яй, у меня много кого здесь нету. Ладно, берем с вами тогда. А кого мы можем взять? Да не густо. Воскресить не можем пока. Хорошо, давай делать так. Так, так и вот так. И вот этого, наверное, нет. Паукуса возьмем лучше, да. Посмотрим, что у нас из этого получится. Нет, ребят, ну здесь можно, конечно, сбросить все. Забрать реворд свой и продолжить играть. Хотя мы, наверное, так с вами и поступим после вот этого вот боя. Если, конечно, пройдем его сейчас. Так, ну что же, будем наказывать. Давай, хан. Отлично. Ах ты, елки-палки. Ну-ка, давай, наверное, вот так вот сделаем. Готов. Так, паукус, ну, бомбани хорошенько. Замечательно.
Крис добивает. Ну что же, давай, змейка вьюн. Нет, ну здесь мы должны справиться без проблем. В принципе, ребят, у нас единственное, что нету, это подхила. Вот это вот плохо. Мы не можем подлечиться, а у нас еще будет все-таки одна волна. Так, ну, пауку добьешь? Молодец, добил. Так, вот она, заключительная волна, ребята. Блин, честно говоря, мне не очень нравится бегать по комиксам. Как-то здесь все серо так. Ну что же, давайте, в принципе, можно и того, и этого, без разницы. Усиленная атака у нас, змейка вьюн добивает. Хорошо, хан. Ну давай так вот. Вау. Черт, вот сюда бы, конечно, массовый выстрел бы пригодился бы. Так. А зачем я это сделал, ребят? Это же не подхил, елки-палки. Он снимает просто негативные статы. Он дуралей. Так, ладно, сейчас мы нейтрализатора убьем, надеюсь. Ага, конечно. Так, крысиный король раздухарился, я смотрю. Давай добьем. Вот так вот. Нет, ну здесь мы должны победить, потому что здесь остались только лишь робота-мышки эти. Да и никчемный крысиный король, которого мы сейчас уложим. Так, ладно, давайте добьем. Хотя лучше, наверное, вон ту надо было. Ладно, фиг с ним. Паукус, давай, делай свое дело. Нормуль. Так, хан, добьешь, нет? Замечательно. Ну, Крис. Все, остался лишь этот крысиный король, который ничего толком не делает, кроме там, как вызывает своих вонючих крыс. На-ка, выкуси, гад. Паукус. И Крис добивает его. Да, ребята, в принципе, все было предсказуемо. Жалко, конечно, что не идеально мы прошли, но мне этого пока достаточно. Так. Собираем. И у нас, ребятушки, здесь... Ух. Нет, в принципе, можно было бы все ящики собрать. Да. Некем мне больше пока играть, так что давайте, ребятушки, наверное, сделаем небольшой перерывчик. Увидимся с вами в ближайшей серии. Так что ждем. Ну что же, ребята, продолжаем играть. Турнир закончился, заберите свой приз. Ну и что же мне достанется, Лига Воинов? Давайте посмотрим. О, Рокстеди. И какие-то обломки, кристаллы, непонятно чего. Так, здесь у нас новая колода. Надо обязательно посмотреть, что тут. А, ну, ребят, здесь ничего не будет, никакой карты нам не достанется. Здесь фуфло, короче. Так, здесь отказываемся. И задание. Также у нас, ребят, с вами... Мутагенчик, я смотрю, там вроде бы как насобирался, да? А ну-ка. Да, 100%, отлично. В общей сложности 2400. Так, здесь тоже забираем, ребят. Так, вроде бы как и все. Ну что, куда сегодня рванем с вами? Давайте-ка вот здесь вот приобретем картишки. Так, Леонардо тоже приобретем. Денег у нас мало, 53 доллара, этого вообще никчемно. Так что ничего мы здесь не купим больше с вами. Кстати, Криса можно будет скоро прапать. Там всего 5 карт не хватает на него. Так, ну-ка давай-ка посмотрим, какие у тебя тут возможности. У него лишь только один удар пока по кругу, и то первая ступень, ребята. И нужно, дофига чего нужно. Так, один фонарик, два колпака. Ну, с фонариком, я думаю, у нас тут никаких проблем не возникнет. Да. Так, два колпака нужно еще. И, в принципе, все, два колпака. Давай-ка, от Криса. Не дают, гады. Хитрожопые. Ну, давай, еще разок. Вот, один есть. Нужно еще один, ребят. Ну, дашь, нет? Дает. Все, ребята, давайте ему апгрейдим удар. Вторая ступень. Замечательно. Но мутагена очень и очень мало. 98, так что больше мы здесь ничего с вами сделать не сможем. Так, сюжетка. У нас с вами здесь пройдено вот это вот охламон. Эпизод 7. Блин, я даже не знаю, как мы сейчас будем с ним драться. Ну, никуда не денешься, придется, ребят, придется. Ух, так. Хотя у нас еще есть турнирная арена. Мы можем и на арене с вами подраться. Позарабатывать немножко очков.
Нет, лучше мы сходим, наверное, с вами на испытание. Я, кстати, ни разу здесь не был, не знаю, что здесь и почем, но можно, в принципе, и глянуть. Так, эпизод первый. Награда за первое прохождение довольно нехилая, я смотрю. Ну что же, давайте, наверное, все-таки рискнем, попробуем с вами. Оу, ребята, а нифига. Что-то как-то кисло. У меня всего три персонажа доступно. А почему так? Ну-ка, вот здесь вот, если мы, например, зайдем. О, вот здесь у нас хватает. Так, тут 10 уровня. Да я думаю, что должны справиться-то, по идее. Так, Зэк, давай иди сюда. И, наверное, Макмана. Да, ребят. Так, ну должны справиться, елки-палки. Если мы здесь проиграем, то фиг его знает, что это за испытание тогда получится. Так, давайте, наверное, стрельбанем. Чух. Воу, готова крыса? Так, Хан. Чё такие ватные крысы-то здесь, а? Странно все. Но это, наверное, только начало. Первая волна. Эй, косиш. Так, двигаемся с вами дальше. Вторая. И здесь у нас ниндзя-футы. Хорошо. Давай, Макман. Давить будешь. Замечательно. Слушайте, мы пока не будем с вами тратить суперудары. Оставим на последнюю волну. Там наверняка у нас будут боссы. Так что... Тем более они разбираются у нас и так, как вы видите. Так, вот они. Вот они последние. И кто здесь у нас? В принципе, ничего такого не вижу. Вот кроме как 12 уровня. Какой-то непонятный оборотень. Кто он вообще? Но... Вообще разбирается на ура. Так, ну-ка, вау, пол хп сразу отнял. Хе-хе. Почти добил, ребята. Но готов. Кто это такой, а? Смотрите, оскорбление. Хорошо, он сделал провокацию на себе. Я думаю, что он за это ответит. Но, Хан, давай добивай его. И остался лишь ниндзя-фуд. Все. Слушайте, довольно как-то все легко и просто, я не знаю. Так и должно быть. Или это просто первый этап такой. Ага. Так, моя добыча. Эпизод 2. Так, а есть ли смысл проходить, ребята? Так, 20 уровня. Слушайте, а почему бы нет? Практически на равных. Я думаю, что есть смысл, наверное, зайти, заглянуть. Подраться, пощупать, так сказать, эту мисейку. Так, вот эти вот грибы, не грибы, эти медузы, они меня, честно говоря, раздражают. И всегда раздражали. Вот именно своими массовыми атаками. Хорошо, давайте добивать. Ага. Так, я, ребят, специально здесь поставил на автобой. Думаю, что они здесь без меня справятся, чтобы не томить никого, не раздумывать по три часа. Так, вторая волна у нас здесь. Оу, должны справиться, в принципе-то. Вот нафига ты это делаешь, а? Какие ты негативы снимаешь, если у никого ничего не было? Да, автобот тут, конечно, немножко хандрит. Ладно, предположим. Все равно пока нормально. Ребят, давайте тогда добивать вот этого вот говнюка. Сможем? Отличненько. Так, теперь Крис. Да уложи ты его. Нет, надо было того атаковать все-таки. Ладно, фиг с ним. Хан добивает. Так, ребят, ну у нас здесь последняя волна. И я так понимаю, босс будет здесь. А босс у нас здесь... Ух ты! Нифига. Так, давайте начнем, наверное, вот с этого вот охламона. С Рафика. Это же Рафик у нас, по-моему, Раф, да. Так, меткость мы ему понизили. Чертовы... Бомбардировщики, а как вы меня достали? Ну-ка. Еще немножко. Ребята, Хан добьет, наверное. Да, добили. Так, ну что, пора вот эти вот медузы уничтожать. Ого, как шлепнул. На тебе в ответку. Ха-ха. Контрудар. Так, добьем или нет, ребят? Ай, упал, упал Хан у меня, конечно. Вот жаль. Ладно, Макман, дави этого гада. Все, нормуль. Так, расстреляем. Нет, не добили немножко. Зэк добивает. И у нас тут осталось что, ребят? Вот эта вот медуза и
непонятное существо. Полурыба, полуробот. Хрен знает, кто это такой. Думаю, что мы сейчас разберем их. Так, давай расстреливай. Все. Ну что же, вот и очередь дошла до рыбы. Она выделывается еще что-то. Так. Да успокойся. Блин, Криса завалила, гадина. Получи за это, а. На тебе, с вертушки. Да. Здесь уже сложновато. Блин, одна звездочка всего лишь. Прошли просто отвратительно. Так, о, Рахзар какой-то у нас. Ну что, я думаю, что нет смысла идти на эпизод 3, так как мы еле-еле эпизод 2-то прошли. Если только глянуть. О, ребят, куда нафиг, смотрите, 30-е уровни, 35-е. Нет, конечно же нет. Хорошо, ладно, тогда что мы с вами будем играть? Есть, конечно, у меня одно предложение. Пойти и продолжить основную сюжетную линию. Но там, по-моему, тоже у нас слишком мощные ребята. Нам нужно как-то развиваться, блин, но вот как? Самая проблема у меня сейчас в том, чтобы раскачать своих персонажей. Так, эпизод 7 у нас с вами здесь корячится. 22 и 24 уровни. Слушайте, я даже не знаю. Можно, в принципе, попробовать. Как говорится, была, не была. Выиграем хорошо, не выиграем плохо. Но будем как-то с вами искать другие способы. И первые враги, которые у нас встречают, здесь лашпены, ребят. Это два железных мышонка и дроид. Хорошо, давайте мы их всех быстренько сейчас почикаем. Так, ну-ка, Хан, бомби. Так, по идее бы, ребят, ну давайте сделаем массовый фиксинг. Хотя можно было бы снять все негативные статы с нас. А негативные статы у нас, кстати, да, смотрите-ка. Пониженная атака. Ну, в принципе, пока вроде бы справляемся. Что ты там пыхтишь, а? Так, Хан бьет. Так, давайте, наверное, снимем с себя все эти статы негативные. Они мне не нравятся. Вот так вот. И продолжим бомбить. Так, кто следующий у нас? Давай, Макман, раздави эту мразь. Отлично. Бежим дальше. Вторая волна у нас. И я вижу, у нас там стоит Макман. Плюс 3 медузы. Ну-ка, диск. Замечательно. Слушайте, надо завязывать с медузами. Это в первую очередь, ребят, потому что они сейчас будут тут и хилить, и бомбить. Причем массово. А мне это не... О, началось, блин. А это лишь только вторая волна, ребят. Еще третья, а у нас уже ХП. О, все. Думаю, что на третьей... Да какого лешего, Крис, ты еще и промахиваешься. Ай-яй-яй. Да что ж такое, почему мы промахиваем? Гребаный Макман, а. Да почему мой-то не может попасть? Я не пойму, в чем проблема-то, ребят, здесь. Ох ты, ядрешкин ты кот. Нас практически тут разбомбили. Тут даже смысла нет уже, ребята, дальше играть. Потому что я не пройду. Даже если, предположим, я сейчас завалю этих всех вот здесь, то на третьей волне, конечно же, мне вообще делать нечего. Так, ну-ка давай, Крис. А я другого почему-то и не ожидал. Закоси рука называется, а не Крис. Ну, а ты... 93 атаки нанес. Все, упал. Ну-ка, плевок, сделай ему Макман смертельный. Угу, конечно. Ну, в общем, ребят, вы прекрасно поняли, что здесь я проиграл. Как говорится, Макман против Криса. Либо я, либо он. Ух, сейчас плевком меня уложит. Да. Почти, ребята. Да ну нафиг, ну как вот... Все, раздавил как клопа. Блин, нифига себе. И это у нас эпизод 7 всего лишь. Да. Ты посмотри, ребята, у него всего лишь 3 звезды бронзовые. Хорошо, давайте сделаем так. Мы поменяем немножко состав себе. Давай вот так сделаем. Лево будет у нас. И так, этих вообще трогать не будем. Потому что они мне не нравятся и бесят. Так, нейтрализатор. Вот, давайте, не, давайте, наверное, Карайку мы все-таки возьмем вместо Макмана. Так, давайте посмотрим, что в этот раз у нас получится. Ну, если и сейчас проиграем, то
Действительно, мне тогда еще рановато сюда прыгать. Ага, понизил мне атаку, гад. Блин, не успели начать игру, как уже хпшки отняли, а? Причем довольно прилично. Так, ладно, сейчас мы эти все негативы должны снять с себя. Давайте, наверное, кунаями бомбанем. Да, давайте-ка с себя всю эту гадость снимем. На понижение атаки она мне нафиг нужна. Так, слабенько ударил. Так, давайте подхил сделаем небольшой. Ну, хоть как-то, ребят. Так, пора добивать. Минус один. Давай-ка. Опа, не добили немножко. Хорошо, ну-ка. Отлично, Карай сделал свое дело. Да что ж такое, почему такие удары слабые у нас, а? Я же вроде все себя снял, все эти... На понижение атаки. Ага, вот, вот они эти грибы, блин, и Макмен. Давайте, наверное, вот так сделаем. Для начала. Хорошо. Так, давайте вот эту добьем. Нет, не добили. Так, нейтрализатор. Сможешь, нет? Оу, еще и промазали. Елки ты палки. Вот это плохо, ребят. Это очень плохо. Мы не красный, как говорится, гриб не добили. И синий не уничтожили. Ну, правильно, теперь он подхилился. Давайте массовым тогда уж. Мне желательно бы надо уничтожить этот гриб, который отхиливает. Да, именно вот этот синий. Так, Макмен пока у нас в ступоре, и он ничего сделать не может. Да ё-моё, вот задолбал этот красноголовик, а хренов. Ладно, давайте с вертухана, наверное, мы добьем этот синий гриб. Медузу эту. Так, зашибись. Так, теперь давайте вот так вот сделаем. Ага, должны добить. Все. Так, давайте-ка вот этими вот. Да ё-моё, да почему ты мазила такой, а? Не, ребят, ну, даже, предположим, сейчас я завалю их. Да, конечно, завалю. Нифига у меня, по-моему, не получится здесь. Почему мы все время мажем-то? Не знаю, в чем здесь проблема. Но дальше тогда нам вообще делать нечего. Видимо, да, ребята, слишком рано нам здесь с вами еще быть. Надо немножко подкачаться, раскачать своих персонажей, и тогда можно будет сюда ломануться. А сейчас делать здесь нечего абсолютно. Хотя, с одной стороны, можно посмотреть, что там у нас ради спортивного интереса. Какие там чувачки. Так, ага. Вот он, как он себе, гад, поднимает защиту за счет того, что ударяет. Мой почему-то Макмен такого делать пока не может. Ну, видимо, не раскачан до этого уровня. Так. Ну что, Карай, сможешь добить? Нет. Слишком силен. Ай-яй-яй. Давайте сделаем подхил. Нормулька. Так, а теперь? Нифига. Ну-ка, ты должен добить. Да что ж такое? Нифига, он такой крепкий, блин. Готов. Вот. И тут у нас, ребят, третья волна. Я смотрю, здесь 4 медузы и вот этот вот ладушки, да, значит? Оу, и сейчас каждый походит. А оно так и будет. Сейчас Карайка у меня упадет, наверное. Нет, выжил еще. Ладно, так вот сделаем. Теперь добьешь, нет? Да почему ж ты не можешь давать? Давай, наверное, массовым, ребята. Есть шанс. Мимо, мимо, мимо. Отлично просто. Ох, началось. Слушайте, а у него же, по-моему, есть массовый удар, да, когда он прыгает в воздухе и ладошками по земле. По-моему, да. О, гриб подхилил еще. Ну, смысла нет, короче. Тут все ясно. Ну, а я на этой ноте буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующем выпуске. А на этом все. Всем пока. До скорых встреч и удачи вам.